Я так думаю, что, понимаете, для меня Борис Немцов не являлся уж такой прям яркой политической, тем более фигурой, как оппозиционер. Как яркая личность, да, как человек, который жил сегодняшним днем, жил наслаждаясь этой жизнью, жил полной грудью, абсолютно, да, это был интересный человек, с ним было интересно общаться, он интересно шел по жизни. Мне иногда казалось, что его оппозиция, да, вот мнение по оппозиции или его, так скажем, сторона, которую он занимает, это какое-то у него такое хобби, которое ему просто интересно, это такой драйв, которого ему еще не хватало, но не более, не менее всего. Поэтому думать о том, что его кто-то заказал, мне кажется, что навряд ли что-то удастся узнать. Вот. Я думаю, что следствие действительно взяло тех людей, которые исполнили и сами это убийство и сделали, и, наверное, они узнают у них мотивы, да, мотивы, почему они это сделали. Но я думаю, что политической подоплеки здесь абсолютно точно нет. Она никому сегодня не выгодна в России.